Через границу едут разные люди. В свое время мы приняли решение по безвизовому проезду на Гродненский регион. Вы просили, чтобы любой иностранец мог без формальностей, без проверок приехать сюда, познать красоты нашей страны и вложить свои деньги, если есть желание, в нашу область. И что мы видим? Приехали, машут флагами, бузят, вас подбивают на беспорядки. Беспорядки, ядро, зачинщики, не гродненцы, не белорусы. Они сидят там, под Варшавой, под Вильнюсом. И вы видите, куда эти альтернативщики побежали. Их же никто не гнобил. И их никто не выгонял из Беларуси. Они сами меня просили, чтобы я их спас и вывез некоторые. Некоторые сделали круг через Россию и Украину и там осели. Поручаю Государственному пограничному комитету усилить по всему периметру государственной границы охрану. Ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на нашу территорию.